Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sigmar Civilization 6 за Испанию. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ускорил политическую философию. Кстати, что у немца по развитию? 7 науки вход, 7,9. Культуры. Ну, у него больше культуры, потому что он явно Мохенджо-Даро первый встретил. При этом в раннюю империю он позже меня почему-то вышел. Ну, видимо, у него какой-то другой план был. Надо чистить этот лагерь в любом случае, потому что я буду тут города ставить. Так, один ход, еще подождем. Опа. А Вавилон-то первый найден мною. Первый я его нашел, да? Да. Вавилон дает науку за каждый шедевр литературы и за каждую реликвию и каждый артефакт. Понял. Ну, священные места мне в любом случае надо ставить. Причем в Севилье. Да. Здесь у меня будет сейчас религия основана. Да, два очка не хотел мне. Ну, сколько дали? 4. А, и одно очко за появление... Да, блин. Фига он тут появился. За появление великого человека. Пойдем сюда. Или сначала на шоколад. Тут один заряд, да. Давайте на шоколад встанем, обработаем. Этот обработает табак, а потом пойдем еще в Севилье вырубать лес и рис хотя бы. Да, Витяхин. Тут находится на побережье, если что. Шесть очков не хватает. Печаль. Кто у нас еще все-таки неудачник? О, Инвиктус не вышел тоже. Ему 2 очка не хватило. Артем в нормальный век выходит. Что такое? Сидит, молчит там тихоря себе. Что я должен говорить? Ничего. Ну, я что, сосед сказал бы? Грек говорит? Нет, нет, не грек. Все, Инвиктус, не заключай с ним союзов тогда. Пусть страдает. Я не понял. Кри, я же не твой сосед. Ах ты не мой. Рядом с тобой грек находится справа, а не я. Ну, по идее, не должен убить мне этого пращника. Эх, нормальный век.
Ну, бей. И сейчас я сейчас буду всех встречать, естественно. Тут, кстати, руинок. Где тут было? Где-то тут раз. А, вот раз, два, три, четыре руинки. То есть надо в эту сторону тоже добраться как-нибудь. Здравствуйте. Центр города. У нас вообще выбрано. Ага, поселенцы. А, вот где твой разведчик. Понятно. Ты на западе. И испанец здесь же. Давайте священное место строить. Сказал строить священное место в Севилье, взял в Толедо, построил на плюс 3. Ну, на самом деле, я вот здесь могу вырубить коров, и тут у Севильи тоже будет офигенное священное место. Просто на 20 лет ушел в год континента и никого не нашел. Я только сейчас понял, что возле меня чудо. Офигеть. А это чьи границы? Нубии, что ли? Немец, это А, это русский? Слушай, немец, так ты там с русским, я смотрю, плотненько. Да? Да. Ну как нет? Я вижу между Ахеном и каким-то другим городом русским три клетки. Если учесть там озеро такое небольшое, достаточно далеко. Слушай, мне тут все есть. Да, значит, надо подселять немца и вообще мы очень захватывать. Плотно упали, мне кажется. Эти столеды теперь отправлю. О, даже не пришлось клетку покупать. Значит, этот город сюда идет, этот город вот сюда. Похоже. А за Ноби есть кто-нибудь? В смысле? А, за Ноби в каком направлении-то? На восток. На востоке от меня греки. Так, и давайте. Ну да, строители. Будем вырубать скот. Как это один одинёшник, если ты у меня есть? Не, ну я далеко. Испания, католицизм, конечно. Знамя католицизма поднимем. Храмы и святилища, про культуру, историю, сколько и веры. Секрет, слева у тебя кто-нибудь есть? И давайте, наверное, стоимость миссионеров уменьшим. Я здесь один, совсем один. Блин, где это? Вот, стоимость миссионеров уменьшена. Кого? Конечно, можно было бы прокачать Магнуса, но сейчас ни логистику избытков, ни снабжения не надо мне. В данной ситуации немножко не очень.
конечно, качественно получилось, поэтому давайте, наверное, Лян возьмем. Кто не хочет признаться, кто находится на континенте Америка? Если что, это не мой родной континент. Потом справа от Антиохии. Далеко справа от Антиохии. Опа. Блин, опять случайно выключился на уже. Входить. Потом. Я далеко. Блин, что-то 2 минуты мне мало. Я вообще не вижу этого континента. У меня тут нету его. Не в моем районе. Так, священное место тут строим. Это надо на кампус оставить, это место. Здесь у нас будет правительственная площадь. Вот тут все-таки. Тут я ее сделаю. Так, еще. У меня сколько тут зарядов осталось? 2, а у этого тоже 2. Мне надо тут еще вот эти леса повырубать, рис. В общем, есть дело для рабочих. Так. Сюда идет посел. Подождем. Так, перебрасываем армию вот с этим лагерем разбираться. И вообще, тут надо город будет ставить. А, это уже города Нубии. Тут внизу города русского, я так понимаю. Андрей, Владиас, Ален. Да, привет. Мне немец любезно предоставил проплыв. Я тебя нашел. Письменность откроем. Еще лагерь. Блин, мне тут столько лагерей. Ходил ГГшки? Да. Знаете, для чего еще тут города ставить? Чтобы смотри, вот эти ребята... Смотри, Испания уже готовится к своей жуткой стратегии на мушкетерах. Да. К жидкой или к жуткой? К жидкой. Для того, к кому нападает, то жидкой, наверное. Если плохо нападу, значит жидкая будет. Так, наверное, олигархию возьмем. Ну, еще 2 хода поселенцев надо строить, да. Так, плюс 2 влияния за ход. И здесь возьмем... Наверное, пока просто плюс 1 производство. Потому что плюс 30% это чтобы добавить... Ну, хотя... Нет, с другой стороны, тут я пока рабочих... Хотя, может, рабочих надо будет поднастроить. Не, ну здесь еще один, как минимум, ставится этот район. Но рабочих надо тут кучу всего вырубать по-хорошему. Блин, варвары. Ну, с этого лагеря они прутся. Тогда дальше пойдем. Давайте, наверное, военную традицию откроем. Ты вешками, наверное, обмазался. Столько у тебя науки, столько культуры. Уже чувствую лидера. Хватит. Ни капельки не лидер. Ну ладно, давайте создание строителей возьму. В прошлой игре он тоже был лидером. О, немножечко все убили.
Так, ну, примерно тут позиция понятна. Немец у нас зажат. У немца есть проблемы. И вот так как я вот эти города ему поставил, то вот это по-хорошему территория немца была. Ему надо было сюда расселяться. Его зажали просто с нескольких сторон. Надо исследовать полностью его территорию. И, в общем-то, планировать нападение на него на конкистадорах. План простой. Так, варвары могут сейчас этого рабочего захватить, поэтому давайте мы просто вырубим лес. А, блин, я думал тут холм. Теперь варвары все равно могут этого рабочего захватить. О, Буэнос-Айрес союзником стал, отлично. Священное место, хотел Вавилон тяжелую колесницу. Карфаген озарение для колеса. Это не одно и то же, кстати, рудник... Добыча ресурса. Ага. Мне надо, значит, янтарь обработать. Так. Ну и на моем континенте мне тоже примерно все понятно. Кампус. Здесь плюс 2, но тут будет еще... Этот. Район. Тут будет район. Тут. Я пока отложу. Ну, вот сюда надо вести поселенца, сейчас ставить еще одного. А, не захватил. Так, тогда вырубаем рис. Блин! Забыл о... Артём, можешь подвинуть одного из своих строителей куда-нибудь? О зоне контроля который забыл. Сын. Так, Карфаген. Спасибо. Стал союзником. Осталось Вавилон засоюзить. А Махенджо-Даро, что хочет создать лучника. Ну, ну я в золотой век явно выхожу. О, чудо природы. Вот, вот почему я вот только сейчас нашел, а не тогда, когда мне это надо было. Ну, кстати, у чуда природы тоже... Ну, вообще тут не очень место. Не буду врать. Так, меняем. Делаем создание строителей, а сюда еще плюс производство, наверное, поставим. Так. Давайте дальше пойдем. Драма и поэзия пока. Да, и дальше исторические хроники. Я думаю, два кампуса я уж как-нибудь организую. Так, здесь давайте святилище. Надо миссионеров уже покупать. Нет, давайте строителей. Сейчас у меня стоит на строителе. Тут кучу всего вырубать надо, на самом деле. Денег мало для выкупа клеток. Ну, не подвисаем, не подвисаем. Город не успел поставить. Что-то вообще этот варвар забил на мои юниты. Видимо, его там больше Буэнос-Айрес интересует. В Севиле еще один район можно поставить, как минимум. Так, я вырублю вот тут и вот тут леса, и можно будет перебрасывать
Магнуса, наверное, в столицу. Или сюда вести город ставить. Не, ну там еще один. Лучше какая-нибудь. Этот более производственный, это более интересный город, мне кажется. Так, давайте тут поставим, пока там. Крит, я тебя там отправил. Немец не прибежал. В этой границе. У меня воин тут зажат. В ловушке. Принял, принял. А, спасибо. Да, сюда поведу. Так, продолжаем исследовать немца. Что он тут строит? Коммерческий, да? Да. Так, эти столицы у него. Строителей. Можно уже стрельбу из лука открыть. Тем более у меня там Махенджо-Даро требует, но для начала мы посадим на плюс один. Ага, атакует. Нет, мы спасемся. Ну что, могу я эти клетки купить? 40, а это 60. А здесь... Все, везде, везде 60 во всех. Да, так что пофигу. 60 вырубаем. К Севилье же сейчас относится, да? Да. Не нашел. Осталось... Мне бы еще вот эту клетку купить, но это, видимо, уже в столице, потому что... Еще 5 ходов Магнуса перебрасывать. И так долго. Так, давайте здесь шахты делать. Так, держим послов. Это я... Карточку на плюс один посол, когда переброшу. Куда этот варвар? С этого лагеря. Нифигово он забрел, конечно. Ну, приблизительно понятно. С немцем. Так. Здесь кампус, конечно, вот тут надо будет делать. А раз пока не можем, то строителей. Этот откладываем. Здесь я вырублю, и здесь будет кампус у нас. Ну, тут плюс 3 из-за тропических лесов. На самом деле, я их тоже хочу вырубить. По-другому тут сделаем. Так, под защитой поведу, поэтому пока отложим. Блин, коммерческие районы нужны, дороги. С этим проблемка. Конечно. Надо отступать. Не хочу пока лучниками делать, потому что опять же... Космонавты в игре, прям страшно становится. Что?
Что страшно становится, я прослушал. Страшно от трех космонавтов. Науку рвут уже. Сколько? Так, пересаживаем Магнуса. 41, это жесть. Нападайте, убивайте. Да сейчас карточку поставите, столько же у вас будет, да. Не забывайте, что я за грек, у меня культура нормальная. У тебя культура нормальна, когда ты акрополь ставишь. Не, я к тому, что быстро дошел до карточки, плюс 100 от кампусов соседства. Че, кампус даже не поставил? Фига себе, прям ворвался дуболом тут к нам. Так, продолжаю клепать строителей. Ну, вообще, надо бы уже начинать дуболомов делать. Так что, антикавалерийских юнитов ближнего и дальнего боя, да. Плюс производство. А строители вообще где-то еще делаются у меня? Еще в Картахене делаются. Ну, не знаю, не знаю. Плюс 2 золота. Может просто все-таки к боевой мощи против варваров пока поставить. Вообще кавалерии давайте. Мне нужно тяжелую кавалерию одну построить. Тяжелую колесницу. Для Вавилона. Так, тут я не хочу пока шахту делать. Сюда я отправил, но надо сюда отправлять, вырубать тропические леса. Обработаем рыбку. Это второй морской ресурс, поэтому мы навигацию по звездам ускорили. Так, этого рабочего, не знаю, сюда поставим. Да, что-то мне не хватает вообще походить времени. Блин, Буэнос-Айрес этот лагерь заберет. Нет? Ага, появился варвар, отлично. Ну, че, как, не совсем отлично. Так, здесь пока стоим. Три хода ждем. Выполнили задание Вавилона. Блин, я хотел поставить... Забыл про карточку на плюс одного посла. Так, что у нас... есть что у нас быстро откроется? Только мистицизм, да? Значит, пока в исторические хроники идем, мне надо еще кампус. Так, здесь давайте святилище все-таки и купим миссионера. Надо распространить религию на Толедо, как минимум на Толедо. Так, здесь стоит на вырубку. Этого давайте сюда поставим на вырубку. Или на банан даже лучше. Так, давайте колесницей быстро слетаем. Возвращать. Что у нас по армии? 167. 152. Ну, немец армию строит. Она у него есть.
Смотреть бы еще, из чего она состоит. 31 мечники. У него уже мечники. Так. Ага, прикол в том, что у меня железа нету. Это плохо. Леша, если пойдешь на Хинджидара, на север, там кри. Понял. Понял, спасибо. Серьезно, я же открыл вот железо, да? А на моей территории его голый Вася. Ну что, 6 городов у меня стоит, у немца 5. Интересно, куда он 6-й хочет поставить. Надо в сторону Нуби, ой, в сторону русского посмотреть. Да, Надь, что там делать по рабочим? Вот она, Гесиния ГГшка. Где? Где синяя ГГшка? А вот эта информация уже стоит денег. Ясно. Блин, прикиньте, снизу проплыла нет. Да, а я там плыву, сейчас может быть. Найду все-таки. Не, я до последней клетки, до самой нижней дошел, и там земля. Дальше. Две клетки там. Две клетки, да? Да. А, вот, кстати, если бы я сюда плыл лодкой, я бы развернулся и пошел обратно. А рабочим я сейчас эти две клетки просто перейду. Так, ну, ну давайте. Включаем дружбу. Лубе, давай. А со мной? А дружбу с Испанией? Скажите, а медь, медь можно вырубить? Нельзя, не? Медь можно. В деньги. Гондвану открыли. Ну, смотрите, дружба 30 ходов. По идее... Да, я как раз выйду в конкистадоров к тому моменту, когда дружба закончится, я так думаю. Ну, гавань тоже нужна будет. Так, этого рабочего к столичке. Ведем этого тоже. Стоим. Новгород. Ну, русский, конечно, если хочет нападать на немца, то, скорее всего, будет просто до своих казаков сидеть. Леша, маркер на карте. Что? Маркер на карте, смотри. А, ну я как раз недалеко от нее все равно. Следующим ходом бы открыл. Но спасибо. Точно нету проплыва. Блин. Слушай, Фантом, так если ты там где-то в том месте, где нету проплыва, ты можешь куда-то там подойди, мы с тобой встретимся? Ну, там две клетки суши, у меня там рабочие, я как бы все равно дальше понизу поплыву. Меня это не остановит. Я понимаю, я как раз около меди триремой стою, галерой. Да, ну сейчас я там буду.
Да, в самом деле, ты. Нифига, вот это... Вот это координация. Да. Тимплей начался. Все, Магнус приехал. Бабушка приехала. Строим кампус. Так, надо вот тут тоже эту болото убрать, потому что здесь будет правительственная площадь. Ну и вот эти тропические леса. Варваров рядом с тобой спамится, ужас просто. Я знаю, вокруг меня одни варвары. Так, куда тут? Убили варвара. Шоколад обработать или шахту поставить? Давайте шахту. Так, исторические хроники, два кампуса. Давайте пока отложим. Давайте откроем мистицизм. Там еще книжка синяя где-то рядом, правильно понимаю, Алексей? Нет, она с другого конца карты. То бишь сверху. Понял. Подкрадываемся к еще одному лагерю варваров. Так, два кампуса открыто. Исторические хроники, отлично. Значит, ставим на один ход первого посла. Это убираем. Здесь поставим... Ну, не знаю, давайте при создании строителей. Все-таки... Блин, сейчас строители тут вырубят. Надо еще какой-то... А, центр коммерции вот здесь. Делаем. Блин, может не вырубать тут лес? Ну, блин, тут холмы. Я уберу просто у кампуса, когда плюс 3, понимаете, когда я вырублю эти тропические леса. Ребят, 46 у грека. Да трындец, нападайте, ну. Чё там, чё сидим? А он в горах обмазался просто горами, у него там кампуса по 5, наверное. Если не по 6. Я манекену могу помочь, что ты. Я у него только форсалы вижу. Вот, а с той стороны. Не, ну с моей стороны тут горы просто ужасные. Ужасные горы. У нас тоже горы. Непроходимые. Чисто. Блин, я опять забыл. Точнее, не успел купить миссионера в Севилье. Ну, коммерческий район надо вот тут ставить в Севилье. Покупаем миссионера наконец. Крепость, ты не говоришь, что ты посел вниз хочешь вести? А что? Да, у тебя, по-моему, не то, что все хорошо, у тебя все прекрасно.
Но я его сделал, уже больше не буду. Не, ну уж подыщешь место получше. Так, ставим. Слушай, я тебя спрашивал, как бы ты где находишься? Ты говоришь далеко. Ну я повел, сделал. Блин, я посол не сделал. Потому что, ну, у меня-то вариант. Теперь меняем. Плюс два знаю, влияния. Вариант, поэтому я тебя спрашиваю. А что сейчас открыл вообще? Ну, у меня вот это вот последний город. Или я не открыл. А, исторические хроники не открыл. Ну, я, может, не буду там делать. Смотрим. А что я тогда могу поменять? Этот я хочу город поставить. Странно. Хоти. Так, что у нас здесь? Блин, ну мне тут надо коммерческий район ставить. Зря я сюда пришел. Этим... Давайте, надо все-таки шоколад обрабатывать было. Эти библиотеку, потому что у нас идет от библиотеки благодаря Вавилону больше науки. Надо науку бустануть. Нет, нет, мой... Пращник, нет, нет, живи, нет. Это грустно. Ну, либо мы можем договориться, что не ты сюда не ставишь, не я. Блин, я забыл, что тут эти есть. Руинки. В принципе, мы можем договориться, что я ставлю на побережье, а ты... Ну что, 34 науки. Как там у других? 30, 26. Давай, хорошо. У немцев вообще науки нету. Сомнений на побережье смысла мало. Так, тут вырубаем. Тут вырубаем. И надо вот эту клетку прикупить будет. Так, кого берем? Давайте, наверное, Рейну возьмем, посадим потом в Мадрид ее, когда Магнуса перебросим. Ну, вообще можно сейчас куда-нибудь посадить. Какую-нибудь, не знаю, в Сарагосу, чтобы клетки быстрее покупались. Так, надо не забыть миссионера с одной силой оставить. Он же мне будет воевать. А, у русского тут скорее с Нубией больше. Да не, у меня форма какая-то. Ну так и есть, да. У нас почти, так сказать, протяженность общей границы, но она самая большая из всех. Ничего там, русские-то в снегах. Ну так, у них же бонус есть к этому. Ну в тундре. Ну, никому смысла нет. Ну вот Нижний Новгород хорошо поставил, прям в ряду железок. Так, давайте смотреть. Будут. Кому другому, кроме меня. Давайте, наверное, в ученичество пойдем. А потом прямиком, в общем-то, в конкистадоры. Ну, тем более, что мне ученичество все равно для конкистадоров нужно. Нужна мельница, нужны стены, три лучника. Так, кстати, надо апнуть, в общем-то, для Мохенджо-Даро. Мы, кстати, счастье сейчас немерено из-за того, что я союзник Буэнос-Айреса. Детка, как насчет прохода?
Для чего правительственную получить строй? Рынок надо сначала строить тут. Он слышит нас вообще? Напиши в чатик ему. И 10 населения, то есть я еще могу строить. Чудесами обмазался, сидит тихонечко. Дешевле в этом городе клетку купить. Я пока потом сюда смену делаю и вырубаю. Потом обратно смену. Так, и здесь давайте торговцы. Так, ну, собственно, Магнуса можно отсюда. Ну, еще вот эту клетку, наверное. Да не, ладно, можно уже в Толедо пересаживать. Сейчас, похоже, первая война будет. Кто с кем? Ну тут что-то греки меня стягивают, войска к границе. Кри? Не, греки, греки. А, грек? Я помогу тогда тебе, если что-то. Ну тут прям. Не, мне просто показалось, что ты сказал, что можешь на Маккена напасть. Защита. Я? Не. Так, кого мне хочется ты? Лучше, если русского или я вообще в ту сторону даже не смотрел. Ну, мы можем дружбу продолжить. Не, ну, я как увидел твои войска, начал сразу военный лагерь там ставить, потому что... Нубия предложение. Так, перебрасываем Магнуса в Толедо. Да, пожалуйста. Лян тогда в Сарагосу. Нет, не будет войны, отменилось. А Рейна в Мадрид. Ну да. Да и раз, в общем-то, там такая для меня труднопроходимая все равно местность. И ты лагерь поставил уже. Так, здесь вот кампус вот тут хорошо встанет. Давайте, наверное. Давайте воинов. Мне надо кучу воинов нафигачить. Так, где у нас еще тут руинки? А знаете, может, руинками сюда? Я не пойду этим воинам. Нафига, то есть этой коляской просто руинки соберу. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!